Тысячи ивановцев почти на неделю остались без горячего водоснабжения. Причина – плановые гидравлические испытания теплосетей, которые проводят для выявления слабых мест в магистральных трубопроводах. Это необходимо для своевременного ремонта и бесперебойного водоснабжения и отопления в зимний период. Опрессовка по контуру ТЭЦ-3 коснется жителей областного центра, а также Кохмы и Ивановского района. Полный перечень домов, попадающих под отключение, можно найти на сайте администрации. Компания «Пауте Плюс» просит отнестись с пониманием к вынужденным мерам, а также сообщать по телефону диспетчерской о случаях прорыва теплосетей. Испытания продлятся до 29 июня включительно, в соответствии с согласованным графиком, согласованным с администрацией города. 28 июня, накануне, начнется прогрев магистральных тепловых сетей и подключение первых потребителей. Но окончательные испытания будут завершены до конца 29 июня, и к концу дня будет полностью возобновлено горячее водоснабжение жителей, части жителей областного центра, Ивановского района и Кохмы.